Начнем нашу программу с баскетбола. В прошлый вторник в Униксе состоялся очередной тур студенческой баскетбольной лиги. На площадке встретились женские и мужские команды КФУ и КГМУ. А о том, как прошли соревнования и кто в итоге оказался победителем, расскажет Егор Белоусов. 16 марта на баскетбольной площадке встретились женские и мужские команды КФУ и КГМУ. Первыми играли дамы, молодые врачи в зеленом, против спортсменок КФУ в фиолетовом. На протяжении всех четвертей команда Казанского федерального доминировала с небольшим отрывом, не позволяя удачным попаданиям КГМУ перерасти в победоносную серию. Схватка была ожесточенной, девушки не стояли без дела, а постоянно двигались по площадке в попытках исправить свое положение. Иногда старались слишком усердно, временами баскетбольный матч напоминал регби. Никто не бежал с мячом под мышкой, но то и дело члены команд падали, сталкивались с соперницами и катались по полю после неудачных столкновений. Анастасию Савушкину из команды КГМУ зрители явно запомнят. Не только из-за меткости. Ее яростный энтузиазм и стремление к победе привело к 4 фолам за одну игру. Тем не менее, агрессивный натиск то и дело захлебывался под самый конец. Мяч у лидирующего КФУ отняли, до кольца довели, а попасть не смогли. И так снова и снова. Встреча девушек окончилась со счетом 53-48 в пользу КФУ. Сразу после играли парни. Видимо, насмотревшись на выступление прекрасной части университетов, мальчики решили повторить подвиг дам. Именно поэтому на месте и периодические кувырки, и подкаты на поле, регулярные фолы и непрерывное доминирование команды хозяев зала. Эта курьезная деталь стала ключевой для вечера. Обе сборные меды играли на совесть, не ленились и не халтурили, но команды КФУ постоянно были на полсекунды быстрее, ловчее и, что главное, точнее. Если мяч попадал в руки студентов Казанского федерального, было очевидно, счет изменится в ближайшие секунды и изменится не на одно очко. Игра в стенах Уникса завершилась с разгромным счетом 84-39 в пользу КФУ. Егор Белоусов, «Неделя спорта». We'll be right back.